Всем привет! Сегодня обзор на Большого Грута и Ракету. Так, классная пара, кстати. Неразлучные друзья. Ну так, приступим. Грут у нас большой, из набора, блин, я не помню, набор 2014 года, там была Ракета, Грут. Кажется, это была что-то типа битвы на забвении, что-то такое было. Но Ракета там был другой, в костюме другом. Это Ракета из Войны Бесконечности, но не суть. В общем, это сборная экшн-фигурка большая. Так, я вот Ракету посадил. Очень прикольно. Так, ну из чего состоит Грут? У него есть ноги, руки. Кстати, руки подвижные. Вот. Ой. Ну, в общем, вот его кисть. Стоящая из тела дроида. Вот. Вот его когти. Руки двигаются. Он может сделать вот так. Типа, йоу. Крутой. Одна рука, конечно, неудобна. Но сейчас попробуем. Так, также у Грута на ногах. Он же дерево. Вот у него прорисовки в виде наклеек. Что он дерево. Вот видите, стволы и листочки, листья. Вот у него ноги на шарнирах. Тут также шарниры. А само это тело, торс Грута, это принт. Очень крутой принт. Вот он, Грут. Сзади вот такая вот пластина, как его спина. Вот сзади ноги проработано очень хорошо. Так, ну и Ракету можно будет показать. Обычная Ракета с его улыбкой. В руках у него оружие, скорее всего, с первой части. Штанишки у него не принтованные, ножки обычные, короткие, не двигаются. Вот такой вот у него торс, сзади хвост. Да, вот тут нету когтя коричневого. И самого пальца коричневого нет. Очень печально. Объясню почему. В общем, изначально это был ламини фигурка друга. Потом мы с ним обменялись. Все было хорошо. Она у меня стояла. Все пальцы были. Потом он как-то начал собирать опять Марвел. Ну и опять поменялся со мной. Я ему отдал. Палец он потерял. Он у него стоял без пальца. Потом опять поменялись. Я думаю, ну ладно, поменяю с ним, а то он у него не выживет. Поменялся я на Мандалорца, кажется, или нет? По-моему, не на Мандалорца. Не Мандалорца, что-то другое. И, в общем, вот, теперь сейчас он у меня. Как по мне, это самая большая... Ну, это логично, что самая большая и самая прикольная версия Грута. Ну, спасибо всем. На этом все. Обзор закончен. Увидимся совсем скоро.